Первый спортсмен, которого настолько тепло встретила местная публика, это Сергей Деговец, чемпион Южного федерального округа по армейскому рукопашному бою. У него это профессиональный дебют. Представитель он города Ростова-на-Дону. И встречается он с Асланом Джабиевым, чемпионом России по версии FCF MMA. Это, вероятно, тактаровская версия, правильно? Ну, я думаю, что да. И у Аслана Джабиева, к тому же, есть профессиональный рекорд 1-2, представляет он город Владикавказ. Не спеша начинается поединок, но мы уже помним, как несколько поединков назад было примерно такое же неторопливое начало, закончилось все нокаутом, поэтому, возможно, это затишье перед бурей. Сослан кажется уверенным в ударной технике. Насколько вы представляете себе возможную картину этого поединка? Ну, я смотрю, что Сослан, наверное, опытнее, более собранный. Высматривает, выжидает соперника, продергивает больше. Как минимум, у него четвертый бой уже на профессиональной арене. Это очень много дает. На самом деле, да. Сергей, я вижу, суетится немножечко. Хотя и пытается прессинговать противника, работать более первым номером, но немножко застаивает. Как-то у него не получается подойти. Потому что, видите, он вроде как подходит плечами сверху, но не может подойти ногами. Я суетился. Добивание сейчас. Есть град попаданий, жесткие удары. Судья останавливает бой, да. Рано поздно это одному судье решать. Попаданий было действительно большое количество. На самом деле попал хорошо. Сергей повело. Он добил, судья остановил бой. Да, молодец, Аслан. Интересный боец, четвертый бой сравнялось. Теперь у него две победы и два поражения. Эквивалент. Да, паритет. Посмотрим, как будет развиваться его карьера дальше. В любом случае, начало в турнире Тикреп у него интересное, в турнире Prime. Будем следить. Действительно, вот если смотреть все четыре открывшиеся пары тяжеловесов, по-моему, турнир тяжеловесов заглядели. На самом деле, очень качественные бои, очень интересные. Сергей, хочу пожелать удачи в ММА. Пускай это поразит его последний, пусть он нам радует. Да, с победой! Боец просит сказать слово. Здравствуй, Краснодар. Надеюсь, вам понравился. Я слышал, здесь мои субъективы. Хотелось бы сказать спасибо тренерам Марию Мухову, Руслану Чарику, спортивному клубу «Звезда», спортивному клубу «Арс», Геннадию и Инару Кацеву, еще всем тем людям, кто нам помог. И самое большое спасибо и слова я хочу сказать своему брату. У него недавно был день рождения. Он чемпион мира и за тяжелой болезни не может тренироваться сейчас, но он идет на поправку. Пожалуйста, аплодируйте ему. А я напоминаю, что титульный...